телеканала «Провинция Восток» готовится рассказать вам о главных событиях этой пятницы. Сегодня в программе. 1 апреля именно с этого дня начинается весенняя призывная кампания. Сколько по плану нужно призвать юношей в ряды вооруженных сил от Великоустюгского района, узнавал Юрий Воронин. В Вологодской области запретили выход на лед из-за попадания в водоемы сильного химиката. В причинах масштабного удара по экосистеме региона разбирался Андрей Жилин. Великий Устюг готовится к проведению масштабных предпаводковых учений. Общественный совет при Великоустюгском отделе полиции проинспектировал новое здание ИВС. В Великом Устюге прошел гала-концерт Всероссийского фестиваля конкурса «Узоры Дедушки Мороза». Также сегодня в эфире программы «Частный вопрос» и «Имена наших улиц». Встречаемся, как всегда, ровно в 19 часов.